Сегодня в небе над Либерти-Сити нависли мрачные тучи, даже братскую кровь. Ребята, всем привет! Черт! Кто бы мог подумать, что до этого может дойти. Но, похоже, для некоторых положение в обществе стало значить намного больше, чем... Соси! Зомби. И боюсь, эти разногласия с семейством Макрири достигли точки невозврата. Фрэнсис, конечно, мне заебали уже. И до того был редким подонком, когда шантажировал Ника незаконными проступками прошлого. Однако сегодня он окончательно перешел все мыслимые границы. Эти ебучие полеты на этом самолете. Вот хорошо, что я выбрал копов, если... Итак, пацанючек, здорово! С тобой я, Кирилл, и я продолжаю записывать для тебя Resident Evil 4. Это уже второй сезон, вторая серия. Начали мы довольно ржачно, сразу же с роликов. Ну, нормально, в принципе. Тут вот в предыдущей части было много чего такого охрененного. Мы с Димичем Андреевичем говорили, все такое. Я записываю это видео 1 сентября. Как ты видишь, в какой я одежде, ёпта. Блин, как в этом пиджаке жарко. У меня, пошенький пацанчик, есть для тебя один небольшой сюрприз. Но прежде чем я тебе этот сюрприз покажу, я сначала пройду одно место. Так как я играю на специалисте, мне придется, если бы мы играли на легком, мы могли сразу зайти в этот замок. И поговорить уже с Momo Goplay. С новым Momo Goplay 2. Но так как мы играем на специалисте, нам придется искать ключ вот этого вот замка. Как бы сказал Кратосрус. Сразу убьем вот этого дрыща. Вот так вот берем его. И изнасилуем. Ну а нафиг. Так, и сразу же у нас палево. Так, Эшли я советую. Я советую вообще оставить вот здесь. Так. Ну я тебя сегодня поздравляю, пацанючек, с 1 сентября. Сегодня все было хорошо. Ну, кроме птичек. Так, так, уберем его. На. Блин, если бы не этот бугор, я бы от него убежал. Ну, серьезно. Блин, ну сейчас надо... Дать гранату. Да задолбали уже. Так, не понял, а где мои аптечки? Что такое-то? Уйдите вы от меня уже. Пожалуйста, спасите меня, кто-нибудь. Я умоляю. Да благословит вас Бог. Так, тихо. Так, да хэдшот у меня. Пошел ты. Так, уберем. Да, дебила тоже. Блин, у меня жизни нет, у меня нет хелса. Черт бы их побрал. Ну да ладно. Так, просто нажимаем на R. На R, блин, да? Че, я из этих дебилов? Господи, спасите кто-нибудь. Нет, нет, не бей меня, комик. Комик, комик. Спасите кто-нибудь, пожалуйста. Я не хочу умирать, я еще так молод. Степан ГТ еще так молод. Ё-моё. Уберите от меня этого дебила. Уйди от меня. Вот слышите, кто порылся. Так, отберем. Блин, ну хотя бы дали бы мне, что ли, аптечку, блин. Ну тупые мы, разработчики. Ну могли бы дать аптечку, ну что... Вот как мне теперь его убить? Где он вообще, я не понимаю. Вот сейчас я. Он будет стрелять. Так, берем его. Блин, сложные, конечно, сволочи моменты. Короче, по Шенди это самое.
Короче, я скипну этот момент. Хотя нет, не буду, то мало ли ты подумаешь, что я сдох. Так что лучше пройти все до конца. Я просто... Господи, я просто хотел... Сейчас... Это самое... скинуть момент, поставить на паузу, пойти к продавцу, купить аптечку и вернуться сюда. Но я боюсь, что мне не поверит, что я не сдох. Ну аптечку, ну где аптечка? Ну ребята, ну что же вы такие нещедрые, а? Ну вот вы, блин. Я так не играю. Я думал, честно, а вы нет. Ну дайте мне хотя бы траву, хотя бы одну, что... О! За это спасибо. Хоть что-то хоть. Хоть какая-то радость. Еще тут давайте мне траву. Так, когда мы возьмем этот предмет... Так, на нас побегут эти ананасы. А это ключ как раз от того замка. От ворот замка вашего дипломата. Так вот, берем нафиг. О! Спасибо! Спасибо, разработчик. Берем. Сейчас они еще побегут. И вырубаем. Я думаю, с ним будет сложнее, но... Кстати, они мне сегодня просто решили праздник сделать, так как сегодня 1 сентября, день знаний, они просто решили мне подарить эти знания и силу оружия, и силу духа. Поэтому они это сделали мне снисхождение. Так, ну это я для прикола собью. Чтобы он не мешался тут. Как свет идет. Так. Что ж, мы получили ключик, и теперь направляемся в замок, ёпта. Кстати, мы могу Play 2. И будет очень ржачный ролик. Все закрыто. Вставляем ключ. И входим. А теперь по Шенге покажу тебе один небольшой прикольчик. Одну небольшую такую приколюшку. Так, смотри, что у меня есть. Его зовут Хома. Вот он, мальчик. Точнее, это девочка. Это девочка. Смотрите прикол. Я спою вам одну песенку. Ветер с моря дул. Нагонял беду. И сказал ты мне. Больше не приду. Прикольненькая эта девочка. Хорошенький мальчик. Смотри, пошли прикол. Смотри. Блин. А, не среагировал. Прикольный. Это такая небольшая пасхалочка. Он офигенный. Ладно, все, отдыхай. Так, посмотрим, сколько там мы записали. Уже 7 минут. Ну, в общем-то, нормально. Такой хорошенький хомячок. Во втором сезоне я буду тебе все интересненькие шуточки делать. Что за дебильный смех, как будто обоссался в унитазе. Ну да ладно. Он, наверное, смотрит телек, где бомж какает. Ну да ладно, пофиг. Так. Тут, если я не ошибаюсь, есть сокровища. Всем привет! Сегодня решил сделать обзор на такую игру, как Need for Speed World. Игра говно, тут нахуй это все нужно. Так, давайте сейчас введем, блядь, какой-нибудь ник нахуй, соответствующий, блядь. Пиздец, конечно. Так, а тут по-английски, да? Так, стоп. О, блядь, даже видео. О, видите, блядь? Сука. Сука, нельзя даже МММ вести финансовую пирамиду, потому что, блядь, тут... Я бы сейчас ебашил... Его что ли? Народ, видимо, сами поняли, что уже нахуй это объёб на доллары, нахуй, поэтому они, сука, все ники эти забили уже, нахуй, это пиздец, блядь, ребята, это вообще пиздец, нахуй, это пиздец, короче, я какой-то ник подберу, блядь, и дальше продолжим, это пиздец, даже МММ нельзя вести, для чего охуевшие вообще рожи, блядь, твари. Мы познакомились с началом игры. Поэтому хоть кого-то поебашь нужно. Ехать, Степан ГТ смешно ржачно говорил. Да и Games Channel, Mogo Play. Жалко, что, конечно, когда был старейшина Мендес, его Mogo Play один раз озвучил. Ну да пофиг. Это ну, только тупая озвучка. Она не играет, она не влияет. И вот тут в замке уже полностью второй сезон. Начинаются такие вот, не такие бочонки, которые были, когда мы играли в первом сезоне, а уже немножко другие бочонки. Такие вот вазы. Ну, типа замок, типа они крутые.
крутые Нига, крутые такие мажоры. И так легко, конечно же, нам Моглплей пройти не дал. Так легко. Он, конечно, нам закрыл вот этот проход, поставил какой-то бред. И нам нужно этот бред, как говорится, отворить. Принести детали и открыть эту фигню. Так, а у нас тут появились... Если появилась такая штучка, значит, будет скоро у нас еще одна маска. Маска королевы. Маска Чингисхана. Шутка. Итак, вот у нас, короче, этот бред. Мы должны собрать все эти пазлы, когда этот бред откроется. Мы пока что сохранимся. Этот слот. Нормальненько так, да, мальчик? Так. Ну, сейчас я играю. Хочу пожелать тебе в этом году, чтобы ты, как говорится, закончил нормально этот твой колледж. Надеюсь, что с отличием. Ну, или хотя бы с... Не знаю, ну хотя бы на хорошо. И то нормально. Потому что ты мне ни хрена ничего не пожелаешь, я это знаю. Ты такой уже стеснительный. Так, извини меня, конечно, что я сейчас сказал. Этот секрет, кстати, я не знал. Вот видишь. Сбрасываешь хаотикса картину и все. И все просто норм. Трава. Ну, отлично. Я не помню, когда точно будет продавец. Но он будет. Так, тут у нас какая-то фигня. Захватить Луиса Сера. Или МК Асилиума. Я получил подтверждение, что Сера находится в замке. Причина его возвращения мне пока не ясна. Мы должны улучшить момент. Улучшить момент и захватить его. Когда мы поймаем Сера, нужно будет отыскать американцев. Кажется, вместе с образом. С образцом этот испанец прихватил таблетки. Они нам не нужны. Мы должны вернуть образец, чего мы это не стоило. Я чувствую, что есть кто-то еще, возможно, целая группа людей, которая пытается нам помешать. Если образец попадет в чужие руки, то мир, о котором мы мечтаем, никогда не будет существовать. Мы должны остановить Сера как можно скорее. Да, мечтать не вредно. Тупые ублюдки. Так что... О, кстати, тут, кстати, вот они. Обычные. Обычные бачата. Так, тут огонь, его лучше не трогать, потому что будет такое очень неприятное ощущение в коже. Тут у нас находится ключ, ключ от тюрьмы. Короче, мы сейчас что делаем? У нас закономерность. Мы берем этот ключ от тюрьмы, открываем тюрьму, там нажимаем на рычаг, и этот огонь исчезает. Но есть одна небольшая трудность. Это росомаха, которая будет прикрывать путь. Это росомаха что-то вроде наподобие бензопильчика из Ганадоса. Мы это оставляем. Ну смотрите, какая тут закономерность. В первом сезоне был бензопилильчик. Во втором сезоне росомаха, а в третьем сезоне уже будет миниганчик. Ну все это знают, так что спалить пофиг. Прочная дверь. Итак, мы просто вот так делаем. И заходим сюда в одиночку, так как Эшли и Сэшли будет трудновато его убить. Но я помню, первый раз проходил и Сэшли. Налег, конечно же. О, это хорошо. А вот он, кстати говоря, его. Этот очень неприятный тип, которого я просто терпеть не могу. Его особенно тут было тяжело пройти версии для Android. Resident Evil 4. Такой очень страшный тип. Он ничего не видит, реагирует только на звуки. Так что с ним лучше не связаться. Так, берем, убиваем. Тут нужно начать на рычаг, но он вырвется из цепи и нам даст люлей. Ё-моё, иди от меня. Ты чё, охренел? Дебил, блин. Ты что тут намахиваешься? Ты что, охренел? Ты бомж, ты знаешь, ты бомж. Дебил. Ой, куда он так резко так? Ты рос у маха, ты рос и мах. Да, он бежит. Да он вообще дебил, если честно. Даже бензопильщик это сильнее. Ё-моё.
клавиатура мешается. Так, и куда он пошел? Ты дурак, что ли? Ну не в меня же. И он сам разбил колокол. Ёпта. Помогите, спасите. Блин, иди от меня. Папа, где он? Что-то я что-то не понял, куда он делся? Он что, испарился? Он что, не видел он стал? Приложил зла? Нет, пожалуйста. Что там делаем? Может, что-то не говори мне, пожалуйста, что за это я буду очень долго мочить. Надо экономить патрон. Долго, зато эффективно. Видишь, какой он лоб? Ну, он даже вообще, блин, вообще... Он даже боится ко мне подойти, правильно? Это же Степа ГТ. Степушка ГТ рулит. Конечно, Степан ГТ, он боится ко мне подойти. И он же, это Степан ГТ. Ё-моё, отвали, ты страшный лидер. Ну, наконец-то я тебя укропал, тупорыло ты. 15 тысяч дали. Ну что ж, неплохо, нажимаем на рычажку. Этот огонь автоматически убирается. Но это не значит, что нужно Эшли еще с собой дальше вести. Нужно сначала прочистить путь от этих варваров, которые скоро же появятся. Ну давай, иди сюда, тупорылый замочный дебил. Давай, иди. Откуда они знают, что я буду? Ладно, сделаем вот так. Ладно, Бэтл попал. Ух, у него что-то есть. Только не ты, я прошу тебя, умоляю, просто чувак. Так вот нафиг его. Что, не хочешь подыхать? Мы сейчас тебе ускорим процесс. Так, уже 17 минут прошло, нужно дальше действовать. Скоро будет такой один очень неприятный момент. Конечно, мы прошли сейчас маловато. Так. В этот момент я буду проходить уже во второй части, потому что, ну, как бы, если я буду его проходить, то прохождение затянется на еще долгое время. Как раз со свежими силами завтра его и пройду. Так, нет, это все равно мы ее не берем с собой, все равно это опасно. Так, тут все закрыто. Ну да ладно. Сейчас будут еще одни очень неприятные типы. А вот, кстати говоря, почему они неприятные. Берем. Ну, просто чисто вот они сами попались. Попались и сами же виноваты. Сейчас будет еще один. Но я боюсь. Серьезно, я очень ссую их, потому что как бы они... Я на них, кстати, заяву в ментуру уже накатал, то что они пристают, потому что ну как уже, надоели уже, ну. Конечно же, я шучу. Если они у меня пистолет увидят, то они меня скорее посадят, чем их. А. Да, Паша Энди. Ты, конечно, можешь ржать, можешь нет, но дальше будет один очень такой неприятный момент. Да тем более у меня очень мало патронов. Ну, хотя бы достаточно, в принципе. 175 от пистолета-пулемета, 22 от ружья, так, 13, и 43 от пистолета, ну и 1 от винтовки. Плюс 2 зеленые травы, 1 желтая и... красная граната. Ну, думаю, мне хватит. Тем более, там еще будут попадаться. Но этот момент уже будет в следующей серии. В третьей серии. Так, ну я тебе еще раз напоминаю, и давай сохранимся. Это у нас была вторая серия второго сезона.
На канале фиг знает что. Так, давай сохранимся. Скажу тебе сразу, что мы в будущем выйдем вот из этой двери. Так что входить на нее не придется, мы из нее выйдем. Заодно получим новые доспехи. В принципе, замок не очень большая локация. Так вот, если ее проходить. Так что все будет норм. Ну что ж, мы сохранились. Дальше будет один очень тяжелый момент. На этом все. Серия записалась довольно недолго. 20 минут. Думаю, нормально как раз. Итак, это была у нас вторая серия. Второй сезон, вторая серия. Тут были такие прикольные моменты. Когда там в начале ролики были ржачные. И потом с мамого плеем. И еще и хомячка включал. И, ну, в общем, хочу поздравить тебя, Димыч Андреевич, с 1 сентября. И тебя, Паша Энди Пацанючек, с 1 сентября. И это был второй сезон, вторая серия. И всем пока!